хотели у вас спросить, вам хорошо нас слышно? А хорошо нас видно? Ну тогда вы кое-что в нас можете рассмотреть. Какую-то такую изюминку, благодаря которой кто-нибудь нас возьмет замуж. Да. Вот я лично, я южанка, как и вы. И я прекрасно понимаю, какие здесь замечательные мужчины. Расскажи нам. Поделись. Нет, не расскажу, это придется с вами делиться. А я не хочу. Тебе не многовато одной? Нет. Вот такие у нас девушки. Все принцы, девочки. Я не поняла, Уля, где же принцы, которых ты так хвалишь? Почему никто не берет нас замуж? Мы уже куда только не ездили. Думали, приедем в Каховку. И здесь, наконец-то, они, холостые богатыри. Даже если вам... песнями, и мы надеемся, что сегодня у вас, да и у нас был настоящий праздник!